традиции полуприличных анекдотов про Вовочку рекламируется немецкий прохладительный напиток с полунеприличным по-русски названием «Херши». В рекламные ролики фирменных товаров приходят родные персонажи. Ролики, снятые на Западе, для России не годятся. Нашу глубоко своеобычную аудиторию аршином общим не измерить. Она импортные товары любит, а импортную рекламу нет. Актриса Инна Ульянова, жиличка из коммуналки в фильме «Покровские ворота», теперь приносит своим соседям порошок «Комет». Да чем я только не чистил, а чище не становится. Молодо зелено. «Комет» – самое современное средство. У Панадола появляется Мария. Привет, Мария. Зашли сказать тебе спасибо. Здравствуйте. Малыш отлично выглядит. Вся страна радуется, что с отбеливателем Асом тетя Ася приехала. Ну вот, порвалось. Сорванец Сидоров пьет свой почти матерный морс, как фронтовые 100 грамм на 9 мая. Херши Кола. Вкус победы.